Друзья, здравствуйте! В этом видео я вам расскажу о том, как живут чешские пенсионеры. Была ли здесь пенсионная реформа? В каком возрасте выходят на пенсию? Какая пенсия? А также покажу санаторий, в котором лечатся и отдыхают чешские пенсионеры. Не переключайтесь! По данным Чешского управления социального обеспечения, в стране проживает почти 2 миллиона жителей пенсионного возраста. Это составляет около 17% общего населения страны. Конечно, пенсионная реформа здесь тоже была. И возраст выхода на пенсию увеличили. Теперь он составляет 65 лет. Однако дата выхода на пенсию зависит не только от возраста, но также и от общего рабочего стажа. Например, если человек проработал 30 лет и все это время переводил деньги на пенсионное страхование, то он может выйти на пенсию раньше положенного срока. Размер пенсии зависит как и от стажа работы, так и от уровня зарплаты. Но что интересно, если стаж работы большой, зарплата маленькая, то в итоге пенсия может оказаться больше, чем у того человека, который проработал за большую зарплату, но меньший срок. Вот такая вот социальная справедливость. Минимальная пенсия в Чехии до 2020 года составляла 3320 крон. Ну, чтобы сравнить, прожиточный минимум приблизительно в этих же цифрах был. С 2020 года пенсия увеличилась. Теперь она составляет чуть больше 4000 крон. При прожиточном минимуме 3820 крон. Ну, в рублях, чтобы понять, сколько это, надо умножить на 3. Такую маленькую пенсию в Чехии получает меньше 1% жителей. 80% чехов получают пенсию от 8 до 15 тысяч крон. Но то есть средняя пенсия составляет порядка 11-12 тысяч крон. Что же могут позволить себе чешские пенсионеры на эти деньги? Ну, в отличие от немецких, они не могут так активно путешествовать. Однако в Чехии очень много курортов. Самый известный, конечно, курортный город – это Карловы Вары, но это модный курорт. Там достаточно шумно и не совсем дешево. Поэтому я хочу вам показать такой небольшой курортный город, где отдыхают, проходят лечение чешские пенсионеры. Называется он Мшены Лазни. Мшены Лазни известны, упоминаются в источниках уже в 12 столетии. Ну а сам курорт появился в 1796 году. Стали использовать местную лечебную минеральную воду, а сейчас еще используют и местные грязи. Ну вот так выглядит ресепшн в санатории в Мшенных Лазнях. Если говорить о ценах, то двухнедельное пребывание в санатории стоит около 10 тысяч крон. Классическое, конечно, лечение – это 21 день. На такое лечение может направить доктор, и его оплатить может страховая компания, если у нее заключен договор с санаторием Мшены Лазни. Ну, тут написано, что можно приобрести такой пакет для мужчин на wellness-процедуры. Приезжают сюда для лечения опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, по назначению врача после операции для реабилитации. Могут ли все позволить себе такой отдых? К сожалению, нет. Если пенсионеры живут в арендованном жилье, то пенсии подчас хватает только для оплаты проживания и коммунальных услуг.
Государство таким пенсионерам дополнительно помогает. Кстати, в этом году правительство Чехии выделило деньги на поддержку курортного отдыха внутри страны. Каждый, в том числе и пенсионеры, получили скидку в размере 4000 крон именно на отдых в санаториях. Поэтому в Амшенных лазнях до конца сентября уже все места выкуплены. Пишите в комментариях, что вам еще интересно узнать о пенсиях и жизни в Чехии. Подписывайтесь на канал. С вами была Элеонора Грекова, гид в Праге.